Красную ковровую дорожку перед ДК «Победа» раскинули для звезд, но не кинематографа, а учебы в школе. Здесь чествуют выпускников учреждений промышленного района, которые получили медаль за особые успехи в учении. Среди них и Матвей Смородин, ученик 10-й школы. Будущий программист признается, что при должном старании и хорошей поддержке успеха добиться несложно. Я бы не сказал, что это было очень сложно, благодаря тому, что мне нравится учиться и добиваться каких-то результатов. Меня поддерживала семья. Всего из школ промышленного района Самары в этом году выпустились 218 медалистов. Их наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Конечно, гордость за наших детей. Я уверен, что у них в жизни все получится. Главное, чтобы они верили в себя, в свои силы и всегда старались быть первыми. Тех, кто выберет для продолжения учебы самарские вузы, ждет приятный сюрприз. Напомним, в этом году губернатор Дмитрий Азаров принял решение о выплате единоразовых пособий в 10 тысяч рублей новоиспеченным студентам региона. Такая поддержка и внимание со стороны государства, конечно, важна для них, для того, чтобы они дальше видели, что они нужны, важны нашей стране, и уже студенческой, скажем так, поре смогли продолжить свой такой активный путь. Теперь впереди у выпускников заслуженный отдых и подготовка к поступлению в высшие учебные заведения. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.